Так, ну что, всем привет! Мы начинаем нашу трансляцию с нашего путешествия в Сочи. Сегодня утром в Сочи улетел Арсений и папа. Отряд из 6 рядов по 2 места. Дали сыну какой-то планшет. В шахматы сейчас будет сидеть. Потом дали нам вот такое меню. Короче, все выполняют наши пожелания. Так что да. Лера осталась дома, потому что... Пауза. Потому что... О, Людка приехала. Потому что ей сдавать экзамены. А мы едем в Сочи. Так, ну... Короче, как всегда, мы выезжаем с моей подругой. Первая у нас остановка – это Саратов. Ехать до хренища, но мы доедем быстро. Круто. 12 часов. Четыре блондинки. Давайте назовем эту поездку четыре блондинки. И пятая подпевает нам. Да. Выезжаем из этой просто пробочной Москвы. Пробочного третьего кольца. Ну ничего, мы прорвемся, девочки. Прорвемся же. Мы конечно. Пока плетемся по третьему транспорту. Надо быстрее отсюда вырулить, выехать, чтобы не попасть в пробки сильные. Потому что сегодня пятница, развратница. Я не делаю сюда. Ну что, у нас первая остановка с девчонками. Так, нормально, мы только-только выехали из Москвы, потому что пробки, да? Да. Жалко, конечно, у нас с Людой только чай. Пока. Пока. Аня, пока. Брюс там тоже пьет, вот у него свое. После вкусного обеда и в планах... В планах у нас посмотреть фильм «Хор», пока мы будем ехать. Полин, Даш, отставь, пожалуйста. Так, дайте мне сюда вот эти конфеты, потому что это будет сейчас драчки. Давайте, по 3 штучки взяли и разошлись на этом. Договорились? 1, 2, 3. И все? Да, сегодня хватит, конечно, куда ты будешь. Нам ехать на. Долго, поэтому я успею. Я все. Мама, все придет. Скажи ей, что я... Остановились возле заправочки, вот здесь. Немножко, конечно, ножки затекли, подостали. Сейчас пойдем с девчонками проходим, походим, погуляемся. И обратно садим машинку, поедем. Кофе с Людкой попьем. Здесь почухаю. Пить не хочет, есть не хочет, но в дороге обычно так себе и ведет. Сейчас все сложу, уберу немножко. Так, я теперь тоже в туалет, девочки. Так, туалет. Пытаемся досмотреть сериал. Ни хера не получается. Подъезда сестры Люды. Я иду пешком, как всегда. Вот. Ну что, какие планы? Планы грандиозные. Сегодня у нас армянское застолье. День рождения племянника. Ну а завтра утром дальше едем. Оставили девчонок погулять. Пока вопрос решил. Почему не предупредила, что здесь подруга, что нас много?
Я представляю, что люди, если бы нас ждали в таком количестве. Хорошо, что нас не ждали, да? Мы на балкончике здесь сидим. Полинка делает окружающий мир. Чилим. И скоро пойдем на праздник. Сейчас будем заплетаться с мадам По. Дашенька здесь ходит. Вам нравится ощущение отпуска? Да. Да? И падает. Мы немножко прогуляемся по Саратову. Прям чуть-чуть. Какая солярий? Это река Волга. Одна девочка в стиле аниме. Вторая в стиле Полины Анюдиновой. А это Волга. Кто-то рыбачит. Где? Девчонки, красиво? Да. А теперь нужно туда. Спасибо. Брюс, иди сюда. Ой, смотри, как красиво тебе подсвет. Идеально подходим с тобой. Как вы идеально сочетаете. Брюсочка, Брюс, как тебе Саратов? Скажи, кого? Ну что, вы готовы? Поехали. Брюс, я вам пошли армянские тосты, но мы держимся. Ну, не очень, конечно, это тут место не лучше. Вышли с девчонками с этого праздника, потому что немножко подышать хочется. А потом обратно. Да. И Брюс уже просто в ахере. Вот, и идем, да, идем гулять, потому что немножко подышать хотим здесь сходить. К реке Волга, если сейчас дойдем. Дойдем, рядышком. Вот. Потому что просто жарко в ресторане. Так, девочки, стоп. И еще мы купили Брюсу какой-то классный супер-пупер этот поводок, Даш. Ой, ой, как. Можно, пожалуйста, либо она уйдет, либо вы уйдете, либо можно ее успокоить. Она все время меня теребит. Потом мама подошла к ней и сказала: ты еще раз подождешь к девочке, будешь ее трогать, то задницу получишь. Полина, она так тихо сказала. Она говорила. Нет. Он сказал, ты сядешь за стол и не будешь играть. А, да. Вот. И... Пошел ты. Это я так. Ну, так добавила немного, да? Вот. И она такая сидит, такая, почему вы меня не пускаете? Почему мне мама? Это... Смотрите, она какая красота. Мы сейчас к Волге сходим. Она топает ногами, но мама ей что-то скажет, она... Да. Блин. Закрыт, конечно, дождь на вечер. Уже как бы вечер, день. Ой, сейчас сходим к Волге немножко, посмотрим на реку. Торговый, там торговый. Да зачем, дочь? Давай к Волге сходим. Ну, хоть балетом хотя бы. Мы пришли с девчонками на набережную. Вот мы гуляли по новой набережной, а это старая. Мост рядом красивый. И там дальше город Энгельс идет. Просто летний дождь. Это летний дождь. А еще ведь даже не лето, конец мая. Так круто, впереди лето! Детки спят. Все детки спят. С Полинки с Брюсом одного оттенка волос. Брюс тоже, ему не хватило этой.
Не буду снимать, пойду быстро купить. Так, это не сюда. 139. Вот, и поедем к ней, не предупреждая. Доставка. Доставка. Ой. Доставка, бабушка. Привет. Дедушка, доставка. Привет. Мы приехали к бабушке. К бабушке нашей и дедушке нашей мамы. Вот Брюс уже уселся на руках. Это брат дедушки. Брат дедушки. Ну, маминого папы. Дальше идем. Вот. Долго мы ехали очень. Но оно того стоило. Тетя Люда, которая с нами совершила эту поездку. Бабушка. Дедушка. Бабушка мамина. Вот. Мы тоже к ним приехали, вот. Бабушка показывает, какую она тую посадила. Ага, молодец, цветет. А туя где, вот это вот? Вот уже цветет. А. Видишь, крошечная. И на балконе мне еще сидят, ага. Сидят они. Красиво, молодец. Ага. Ну-ка, давай, сюда. Иди сюда, девчонки. Пока! До встречи! Давайте, до встречи, увидимся! Так. Проходи. Нас завели в золотой гараж. Так, ну что здесь? Слабенький гаражик тут. Нет, я туда не пойду, я здесь поставлю. Чего? Мне страшно. Ну ладно, давай. А вино кто будет убирать? Ну, берешь, да? Нам немного. Да. Вполне. Литров 5, да. Так люблю запах гаража. Триггерит меня. Очень триггерит. Там что-то 2,5, что-то 1,5. О, боже. Все, мы никуда не едем. Освободить место. Только будьте аккуратны. А, то есть это можно еще это... Что сделать? Я поняла. Спасибо большое. То есть спасибо большое. Немножко нас, вернее меня.
подкосил. Серпантин. Катастрофически разряжается телефон. Покажу, что мы заехали. Там спальня, вот здесь. Мне вот так страшно спускаться. Вот Брюс лежит, он уже бедненький, тоже устал ехать в машине. А, мы доехали до Роза Хутора, даже не до Роза Хутора, сейчас в деревню наверх едем. Хотим посмотреть, что там есть, и хотим покушать. Посмотрите, какая кругом красота. А еще мы встретили Арсения. А еще здесь стоит Люда. Вот, покажу вам сейчас немножко горы. Ух, хоть ногами походить. Плюс, как обычно, сейчас сядет что-нибудь сделать. Красота. Все, нет. Возьми меня на руки, я устал. Быстро возьми меня на руки, я устал. Арсений, я тебя, ты возьми, если ты меня не берешь. Возьми. Нет. Возьми меня. Возьми, возьмите меня на руки. Я уже устал, я задолбался ходить. Возьми меня на руки, кто-нибудь, кто-нибудь. Брюс, ты главный путешественник у нас. Мама, ну что, мы перекусили с девочками, с мальчиками. Мама, сейчас можем повернуться направо, а потом прямо. Мы можем пройти напрямо, а потом направо. Да. Напрямо, а потом право. Не, ну мы сейчас. Роза Хутор. Хай. Девчонки тут мои. Вообще непонятно, мама, что это такое? Река горная. Да. Артюшка несет. Сейчас будем готовиться к поздравлению папы. Давай. Давай. Так, что мы здесь все подготовили к приходу папы. Забрали Арсения. Арсюшка здесь. Стол накрыл, вернее, мы стол накрыли, Арсюша шарики надул. Нет, мы туда. На кровати. На кровати? У нас идет репетиция встречи папы. Сейчас смотрим. Значит, я стою. Раз, два, три. Не отсюда сниматься? Да, ты оттуда. Да, вот отсюда. Да, молодцы. Понятно, как сделаете? Да. Только надо будет обязательно петь песню с днем рождения, you, ладно? You. Хорошо? Да. Все. Привет! С днем рождения! С днем рождения! Забыл. Ну, Паша! Забыл. Паша, у нас есть все! Да подожди, забыл, что я блогер. С днем рождения! Дети, спускайтесь вниз! Да, кому хотите. Подождите, папа, подождите, у меня что-то не срослось. Так, кому херовый я блогер, да? Вообще, антиблогер. Сбросить? Да. Можно? Ты нам спорт увидел? Давай. Монтируй. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Я Паша! С днем рождения тебя! Все, задувай свечи! Ура! Ура! Он счастлив! Ты нормально! Ну все, выгоди! Дети мои. Вот эти так попугатались. Это вот сарваташ и все? Да. А я хочу тебе подарить подарок. Ну,
Для твоих бизнес-путешествий. Спасибо. Ну что, давай, ну посмотри. Да, чем я не хочу, может, пока. Для моих бизнес-путешествий. Блин, да подождите. Папа, я! Это я, папа, это я покупал. Ого-го. Это сумка в дорогу? Да. Это ручная кладь. Да, ничего, нормально. Зачетно? Какой-то... А это от меня небольшой подарочек тебе. С днем рождения. Спасибо. Тоже как-то лишь брендованная. Не Версачи? Кому что, не любишь, конечно. О, спасибо. Да. У меня как раз актуально. Все, давай. Видишь, как мы... Ну что, открывай, садим пить. Давай, открывай, садись пить.